Давай закусывай, потом такой худючий. Мы же скиснешь. Ты книжки ходил. Вечером. Mm. Не будешь дома. Все, ничего, ушел. О! Ну что, Серега, как успехи? Да никак. Достал меня эта колымага. Неделю назад яку менял, сегодня ось рассыпалась, проржавела вся. Нормально, поменяем завтра. Садись, отдохнем. Да не буду. Мне он еще сено надо собрать, скотину покормить. Яйца для продажи собрать. Козу подоить. Не буду. Успеешь, все, бахни с нами давай. Да не буду я бахать, достал ты. А чего пришел-то? Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. Скотину вон продаю, будешь брать? Каким добровольцем? Ты что, крыша поехала? Тебе жить все надоело? Мне надоело в 4 утра вставать, работать во дворе. Потом в 6 утра идти на эту гребаную почту за 10 тысяч в месяц. Потом в надежде ехать в город, продать что-то из домашнего, чтобы денег немного заработать. И вы, два друга, каждый вечер мне предлагаете нажраться в хлам. Вам самим не надоело? Серега, мы думали, тебя уже не ждать. Здорово. Да ну брось. Откуда тачка? Новая купил. Твоя? А я. Вы как? Все нормально, стабильно. Сами? Да не, я вот дом приехал продавать. Будем ипотеку в городе брать. А-а-а. Ладно, мужики. Вольно? Давай. Давай. Красавчик. Да.